Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С вами Теплица Кубани. Сегодня 7 февраля 2019 года. Продолжаем посадку. Сегодня 15-й день. Или 14-й, я уже со счета сбился, если честно. Сажаем нижний ярус, самый неудобный. Ну, как видите, по луку у нас тут поля зеленые. Срезка у нас назначена на понедельник. Ну, это при том условии, что все будет по графику. Лучок уже начинает заваливаться. Сегодня я до обеда снимал вам коротенький ролик. Срезал 43-сантиметровый лучок. Вот этот, наверное, где-то такой же. Вот, то есть, ну, уже выборочно есть больше 40+. И это как раз тот, который уже необходимо срезать. Но мы приняли решение, мы лучше этот, который 40+, если он даже начнет подсыхать или желтеть, мы его потом выкинем, несколько кустиков. А основной объем дождемся, довыгоняем до 35 хотя бы. И будем, соответственно, потом проводить подсчеты, какой процент выгонки получился у нас на квадратный метр. Меня на сегодняшний день это волнует больше всего. Ну, по-прежнему мы сажаем вот такой объем в день. 9 мешков в день, это 270 килограмм. Вот, по планам у нас вообще вот эти два... Ну, тут осталось совсем чуть-чуть, сейчас земельки досыпем. Вот пятница, суббота. Девочка, которая сажает, хочет закончить, выйти ровно как раз к концу недели на полную посадку, с учетом того, что мы в понедельник будем срезать. Вот, но я думаю, скорее всего, наверное, в понедельник, может быть, не будем. Ну, пока планируем. Скорее всего, наверное, на вторник. Как раз и она, наверное, не успеет досажать. Ну, в общем, суть не в этом. Значит, что у нас? Жду я сейчас. Да, приезжал один оптовик. Сказал, 400-500 килограмм в день беру. Я говорю, у нас такого объема пока нету. По цене согласовали. 12 человек на сегодняшний день готовы с нами работать по тем ценам, которые нас устраивают. Ну, собственно, сейчас дождемся срезки, будем выбирать. Да, купил я банановые коробки. 60 коробок. Первые 50 купил по 29, а потом оптовик приехал, сказал, давай по 20 рублей тебе буду давать. Я говорю, ну, согласен. По 10 коробок в день, как раз приблизительно такой объем и нужен будет. Это 10-12 коробок в день. Температура в теплице у нас, ну, сейчас с плиты немножко один только работал. 17 градусов, на улице 3, вот сейчас второй включил, градусов 19 будет, но это на верхней полке, нижняя полка у нас, я вам потом в следующем ролике, наверное, померю, здесь градуса на 3 прохладнее, то есть здесь реально градусов 14, но этого в принципе достаточно, 15 это, ну, самый оптимальный минимум, который должен быть для выгонки. Вот он наш лучок, я буду его ежедневно теперь показывать, это тот, который в водичке, корней куча. Только-только-только он пробился 2-3 сантиметра. Но, тем не менее, растет. Да, сегодня выкинули мы объявление. Требуются нам люди, которые это будут срезать. Вот сегодня одна девочка должна приехать. Завтра два мальчика должны приехать. В общем, мы подготавливаемся, коллектив. На понедельник маленький обзор мы устроим по этому делу, как это делается правильно. Вот. Ну, это у нас первые две грядки. С них мы начнем срезку. Потом вот этот лучок у нас уже тоже 11-й день, если не ошибаюсь. Тоже видно, что очень неплохо дает рост. Этому лучку сейчас точно уже не скажу сколько. Ну, тоже дней 9, наверное, или 10. В общем, у нас, грубо говоря, вот такая грядка в день сажается. Ну, соответственно, и будет сниматься. Вот этот маленький лучок, который у нас, с которым мы последнее время работаем, уже он очень активно пробивается. Перо выходит. Где-то еще не вышло. Ежедневно мы контролируем уровень влажности почвы. Смотрим, где пересыхает, подливаем. Да, марганцовочка все-таки мы обрабатываем, чуть-чуть добавляем. Что-то поначалу мы, в смысле не поначалу, а в середине посадки что-то решили от нее отказаться, потом резко передумали и все-таки первично обрабатываем. Вот, значит, плесень все-таки появляется на всех лучках, которые обрезаются достаточно сильно. Ну, мы пришли к тому выводу, что это как
Болячка, рана на руке у человека. То есть, когда ссадину содрал, корочкой покрылась. Также эта плесень. Она вроде бы появилась, но сейчас ее практически уже как бы и не видно. Она высохла, выветрилась. То есть, абсолютно ничего страшного. Она вроде бы есть, но на росте, цвете, качестве пера это, ну, никак не сказывается. Поэтому, ну, все равно мы обрезаем, конечно, этот намного короче, чтобы не травмировать верхушку пера, чтобы он у нас был в товарном виде. Цвет у нас очень насыщенный, шикарный, красивый. Да, я сегодня вот с этой грядки, грубо говоря, там с 300 килограмм, практически весь лучок прошел, нашел всего 3 бракованных. Вот. Есть тут у нас, конечно, интересные лучки еще. Сюрпризами растут, где-то я один находил. У него какая-то как бородавка была на перышке, интересная. Вот вторую луковицу я сегодня обнаружил. Сейчас вам покажу крупным планом. Интересно будет посмотреть. Корни у нее растут вверх, а не в землю. Но я подозреваю, что это шелуха там снизу. Видно, белые корешки, они должны в землю идти. А они у нее наверх вылезли. Вот так видно хорошо. Ну, тут всякие интересные. А корни вот видно. Отличные корни, отличный рост, да. Маленькую репку 3 дня посадили. Пытаюсь я вот так вот поднять. Ну, это поднялась. Ну, в общем, укоренение очень быстро происходит. Как-то я пытался поднять и 3-4 штуки подряд попытался снять. А она не снимается, укоренение прошло очень хорошо. Ну, собственно, новостей больше нет. Приедет оптовик, скорее всего, сегодня вечером запишу еще один коротенький ролик по поводу встречи с крупным оптовиком. Дам вам всю информацию. Ну, пожалуй, на этом все. У меня, как обычно, память заканчивается на телефоне. Все, сегодня кину еще третий ролик.